Так, попробую серию записать сразу с озвучкой. Ну, наверное, миссию не буду какую-то проходить, а поброжу просто вокруг лагеря подковы этой. Немножко комп обновил. Теперь должно быть получше по графике. Ну, видеокарта вроде RTX 3050. И процессор 13-го поколения i5. Вот немножко получше вроде. Так что вообще можно поделать? Можно что-то пособирать. Поохотиться. Так, что там? Вот какой-то значок. Трава типа здесь растет или что? В общем, надо проверить. Так, и тут лошадь. Одна лошадь Артура, а другая временная лошадь. Не знаю, пускай будет. Пойдем к лошади Артура. Что-нибудь пособираем. Так, что это моя? Эй, Артур. Чё, Артур? Так, кормить, вести, чистить не надо. Давай погладим. Теннессийская. Ну это вроде моя. Кормить. Давай покормим. Что-то печенье здравое, вообще так бы его самому хавать. Ну ладно. Поехали. Нет, хозяя потом. Пускай подождет. Ехать поохотиться надо. Что там у нас есть? Лошадь. Кормить, оружие. Вон здесь. Лук возьмем для охоты. Так, ну это утро. Может, тут какая-нибудь живность есть, еще что-нибудь. Надо какую-нибудь скотину большую, чтобы надолго хватило. Вон что-то где-то скачет. Окей. Вон что-то есть там. Кстати говоря, тут палатка какая-то, какой-то дилижанс, может это событие какое-то. Вот это что? Незнакомый человек. Так это вообще там где-то далеко. Так это лошади вон там. Давай сбегаем. Кентуйская какая-то.
Серебристо-гнедая. Нам какую-нибудь охоту надо устроить. Чё это за мужик? Чё? Ну-ка еще раз повтори. Проваливай, говорит. Так, его лошадь убежала. А кто это, что это за мужик, интересно? Патроны, револьвер. Так, что у него там за барахло? Ну, патроны только. Сильное лекарство. Это нормально. Честь минус, наверное. Да и насрать. Создавать. Готовить. А что я могу создавать? Сундук вон какой-то есть. Костистое филе рыбы. Жилистое мясо. Оленина. А, вон можно приготовить. Так, а чё тоник? Женьшень, тысячелистник. Так, изготовить. Ну-ка. О, нормально. Так оно одно изготовил. Блин, долгий крафт. А, это он все 7 изготовил. Сильное чудо зелье. Это что, на метке глаз? Индейский табак, 3 штуки. Ну, давай. Изготовить. Сохранить. Так, надо посмотреть, сколько сохраняет. Что-то не пишется, что 3 штуки. Ладно. А, еще экземпляр. Назад. Вот это он по одному, видать, готовит. Боеприпасы могу изготовить. Ни хрена себе, сколько много. А в чем прикол? Надрезанные. Карабин, зажигательные. Что это? Стрелы. Зажигательные, улучшенные. Ладно, дальше. Оружие, зажигательная смесь. Чё там? Джин, животный жир. Давай сделаем. Кто вторую сделает? Так, назад. Охота. Уход за лошадью, ничего нет. Ну, хавчик. Оленину сделать. А это типа быстрее готовится. Давай сохраним. Так, теперь позырим, что здесь вообще в этом лагере. В сумке для добычи нет места. Вон сколько всякого барахла. А чё, может на лошадь как-то сложить можно все это дело? Где лошадь? Иди-ка сюда. Братан, извини, конечно, но ты какой-то нервный был, и поэтому пристрелил тебя. Так, лошадь груз, ну-ка. Груз на лошади.
Так, а я не вкуриваю. Мне надо переложить как-то. Можно сюда, нет? Ладно, хрен с ним. Охотиться, в общем, надо. Так, вот сундук какой-то. Так, патроны. Это можно взять. Еще все, что ли? А что он тут делал? Там сейф. Соленое мясо. Но если сумки нет места, то куда он складывает? Тут что? Так, там лошади. Надо бы поохотиться. Вон дилижанс какой-то идет. Давай вот через эту дорогу проедем. Незнакомец пока подождет. Какую-нибудь живность подстрелить надо. Так, лошадь точно не будем подстреливать. Ну смысл? Лошадь это лошадь. Хотя тоже мясо дофига, так что можно и съесть. Тут есть какая живность? Так пока не видать. Птицы какие-то. О, зайцы. Кого-то прибил. Это птица какая-то была. Ну-ка посмотрим, что там. Обыкновенный фазан. Ну тоже хавчик. Перо, мясо, жир, что еще? А брать его надо, нет? Что его складывать-то надо, нет? Лошади груз погрузить, ну-ка. Пускай будет похавают. Ну, какой-то домик. Будка, точнее. Есть кто-нибудь? Нет, никого нету.
торговое поселение. Так, показать сбережения банды, читать, что это. Дикая морковь. Ничего не понял, короче, ну-ка надо зайти. Так, вот тут что-то можно. Винтовка, патроны, фрукты. Вон еще что-то есть. Так, а где тут можно поохотиться? Слишком далеко, и это, по-моему, лошадь. Теннессийская, ну это как у меня. О, дичь. Отлично, две туши. Или что, вторая убежала, что-то так и не понял. Вилорок. Плохая шкура. Да, печально. Ну, шкура может и плохая, но зато вон мясо сколько. Ну и поехали в лагерь, тогда сдадим это дело все. Где там у нас? Помогите, ради всего святого. Кто там? На помощь. Ну-ка. Это сейф компании, у нас нет ключа. Короче, типа грабят.
Что-нибудь похавать бы надо. Предметы. Короче, ананасов закинем. Я даже не знаю, что сказать. Спасибо, наверное. Вы оказали мне услугу. Слушайте, все равно компания спишет все на ограбление. Если откроете сейф, то сможете забрать отсюда все, что захотите. А они ведь все равно уже украли. Зашибись, короче. Нормально, и типов сейчас пообшарим. Стрелы. Это я в этого выстрелил нормально. Часы серебряные. Сейчас, короче, прибарахлим все это дело. Интересно, дилижанс этот угнать можно? Или сейчас, наверное, еще миссия какая-то не пройдена. Платиновые часы? Ух ты. Так, где-то он говорит, сейф есть. А где сейф? Бандиты Адрискова это были. Из чего? А, тут замок, надо выстрелить в него. Ох, блядь. Так они так уедут. Где они? Дать куда? А вот они. Нет, это другой дилижанс. Куда уехали-то? Не понял, там кто-то был. Это растение какое-то, ну-ка. Птица. Красный кардинал. Прикольно. Никаких растений нету. Ладно, надо сдавать, короче, этого велорога мистеру Пирсону. Короче, увезли сейф с какой-то добычей. Надо было лошадей отцепить сначала, наверное. Я так предполагаю. Получилось хреново. Вылазка, хоть какое-то приключение. Сейчас можно будет еще съездить. Надо посмотреть, сколько времени. Так, где время смотрится? И здесь. Карта. Здесь тоже ничего не показывают. А где показывают? Джем, может? Журнал. Короче, хрен его знает. Припасов нету. Общак $71. Ну и нормально. Эй, Артур. Че ты привязывать-то будешь? Нет?
Так, здоровье повышено. Пошли Пирсону отнесем. Я что-то не помню, или там снимать не надо. Где Пирсон? Пожертвовать. О. Ну, пожертвуем, чё? Тушка фазана. Плохая туша велорога, это вот которая при себе сюда. Короче, отдадим все. Not the best quality, but some seasoning will hide it. You overcook this now, Pearson. Many thanks, Mr. Morgan. Охотник какой-то на карте отмечен. Трейдинг пост или риот трейдинг поселение, короче. Так, ну надо вот сюда охотиться. Калибанс сиат Цитадель Рок. Ну, короче, сюда можно сгонять, а потом еще на Калибан Сиэт вот этот. Ну, хавчик есть теперь. Так, а что-то пожертвовать можно еще медицину. Где вот эту медицину? Это по узке идти. How are you, Mr. Morgan? Нормально, мистер. Как жертвовать-то? Это к этому типу надо подходить. Ну-ка. Поговорить, разозлить Штраус. Или надо относить в сундук. Мистер Морган. Так, ну это же можно похавать, кстати говоря, бесплатно. Hello, Mr. Morgan. Здравствуй, Морган. Ну-ка, похаваем. А чё? Давай-ка. Ты же Артур, да? Как меня зовут, не твое дело. Мне плевать, ты же вроде хороший парень. Значит, неплохо разбираешься в людях? Ну да. Ладно, не будем об этом. Миска рагу. Давай похаваем. Как, кстати говоря, почистить вот эту кровь? Пах.
похавал нормально такой. Четко. А что тут кофе еще, по-моему? Ну, кофе. Смой себя кровь, Артур. Джек не должен этого видеть. Кто такой Джек? И как смыть? Нет, тут кофе пью, чё? А, она тоже пьет. Нормально так. А где смывать кровь-то? Так, тут и игры домино какое-то. Там лошади. Здравствуй, Артур. Здесь может смывать. Набор для бритья. А где помыться-то? Вот так и надо. Может, где-то есть бочка с водой? Что-то... А, ну-ка. Нет. Просто бочка. Так, погляди. О, так у нас костюмчики есть разные. Так. Для жаркого климата. Если костюмчик меняешь, то крови не будет, правильно? Бунтовщик. Простодушный. Так, есть положить на лошадь. Костюмов на вашей лошади один из трех. Так, давай. Стрелок летний. Стрелок зимний положим. А что там лежит, не знаю. А сейчас можно одеть... Бунтовщик, простодушный. Ну вот и крови нету. Чопсы, это что, обувь? А-а-а. Картежная шляпа. Шляпа охотника. Всегда останется на лошади. А чё? Чё это, типа цвет просматривается? Так, давай. Так, верхняя одежда, это у нас сочетать с теплыми вещами можно. Так, я сейчас без верхней одежды. Так, ну вот значок пальто, это значит для зимней.
короче, охотничью куртку возьмем. Жилет кайфовый, кстати. Вот этот. Рубашка. Повседневная рубашка. Вот такую. Че это, все цвета? Типа надо смотреть, чтобы звездочки ушли. Давай. Штаны. Че, у нас теплых штанов нету? Рабочие. Пусть ковбойские будут. Подтяжки. Очень прочные сапоги, звучит круто. Так, шпоры. Маски. На лошади есть, это хорошо. Бандана. Без аксессуара, но платок-то надо. О! Перчатки. Без перчаток. Ну чё, он есть? Кобура есть. Второй кобуры нету. Патронтаж. О, вот это надо. Так. Сумка. Ну и сумка есть. Ну все, в принципе, прибарахлился нормально. До утра. Это был первый день охоты. Думаю, еще такую серию записать, поохотиться, что-нибудь в лагерь принести. Сейчас сохранится сюжет, сохранить. Ничего он не будет сохранять, только загрузить. Какие там будут у нас так, ну вот это автосохранение, наверное, будет.